По традиции, в канун Нового года свой профессиональный праздник отмечают спасатели. По этому поводу в 232-й пожарной части состоялось торжество, где чествовали смелых и храбрых – тех, кто спасает человеческие жизни. Отличившихся отметили специальными благодарностями. Спасатели тушат пожары, они спасают зверей, они спасают людей, которые утонули. Спасатель – самый лучший человек. О героизме и смелости спасателей знают взрослые и дети. Их жизнь как подвиг, их призвание – помогать людям в самых чрезвычайных ситуациях. Каково это – бесстрашно идти навстречу опасности, порой ценой собственной жизни? Ответ на этот вопрос хорошо известен Александру Бочарову. Более 10 лет его с волнением ждет с работы семья. Ждут, переживают, звонят. Вот. Постоянно где-то я есть на работе, когда приедешь, что у вас там тихо, не тихо. Мне приятно и выезжать на выезды, и проводить аварийно-спасательные какие-то мероприятия, и пожарные также, тушение пожаров. И сегодня уже очевидно, что без этого адреналина в сердце Александр уже не сможет. Его старания и профессионализм на празднике отметили дважды. Благодарностей также удостоились его многочисленные коллеги из Люберецкого территориального управления Мособлпожспас. Успехами и продуктивным трудом в этом году отличились не только отдельно взятые сотрудники, но и все подразделение в целом. На международной выставке комплексной безопасности люберецких спасателей признали лучшей командой МЧС по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Уровень подготовки наших спасателей достаточно высокий, поэтому они смогли это сделать. Ну и надо объективно признать, что Люберецкий городской округ, он насыщен дорогами, дорожной сетью, и здесь достаточно много ДТП. Нам вот приходится по роду деятельности, профессии заниматься вот этим непосредственно на практике, а не только на соревнованиях. В современном мире точно не обойтись без этих специалистов. За важность и ценность профессионалы получили ценные подарки и слова благодарности, в том числе и от депутата Московской областной думы. И сегодня Игорь Каханый не просто гость, а часть этого праздника. В прошлом он руководил тушением пожаров. Когда человек, рискуя своей жизнью, спасает чью-то, это, конечно, дорогого стоит. Я уверен, что к этому относятся даже самые великие снобы с уважением. Спасибо вам еще раз за ваш труд, за то, что вы выбрали своей основной профессией именно профессию спасателя. Сегодня на благо безопасности и жизни населения только в Люберецком территориальном управлении Мособлпожспас трудятся 180 человек и 22 единицы спецтехники. Отмечу, сама структура была образована 10 лет назад, поэтому в этом году и профессиональный праздник был особенным. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.